Вот сейчас конкретно на этом объекте силами нашего предприятия были выполнены пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию измерительных систем нового образца, вот которая сзади нас, АСН-15В1 называется. Это новая модификация. Здесь учтены повышенные требования безопасности, современные контроллеры уже с цифровым управлением и с программным обеспечением. Процесс налива практически полностью автоматизирован. Учтены требования безопасности. И что немаловажно, это полностью разработка нашего предприятия. То есть начиная от металлоконструкции и механических узлов и заканчивая контроллерами собственного производства. Все свое в рамках импортозамещения. Также сотрудниками нефтебазы проделана большая подготовительная работа. Были демонтированы старые измерительные системы, которые уже и морально, и физически устарели. То есть весь монтаж металлоконструкции, болтовые соединения, это все ими проделано в короткие сроки, и на качественном уровне. Силами данной бригады, то есть был выполнен демонтаж и монтаж новых комплексов. Пуск комплексов показал нам, что все соединения были герметичны, все составляющие комплексов собраны были верно у заводчан. Таким образом, то есть замечаний к нам не было. То, что оборудование новое, вы сами поймите, что старое и новое. Есть же разница. Старое убрали, новое поставили. Теперь надеемся, что будет работать без перебоев и без всякой этих. В этом году, заменили 300 ИК, то есть 92-й бензин марка топлива, дизель и 95-й. То есть автоматические станции налива нового поколения АСН-15В1. То есть до этого стояли АСН-12ВГ, то есть которые в последующем будут перемещены на другие стояки. Работы выполнялись собственными силами, то есть нашими слесарями, работниками нефтебазы. А пусконаладочные работы выполнялись с помощью заводчан, которые поставили нам эти измерительные комплексы. Измерительные комплексы, дают более точный отпуск нефтепродуктов и снижен риск отказа оборудования. Данные измерительные комплексы стоят около 13 миллионов, включая пусконаладку.